эта идея с чат-днями, потому что информации много, и когда ты сидишь и это усваиваешь вот в моменте, это одно, но завтра ты забываешь много, и когда у тебя есть возможность задать вопрос, и тебе, чтобы это объяснили, это очень здорово. Даже если у вас нет времени, но у вас есть возможность пойти в группу и почитать. Не просто почитать, вот да. Про это каждый раз и говорю. Я объясняю, меня спрашивают, что такое за чат-день? Я говорю, это тот самый момент между двумя уроками, когда вы можете задать дополнительные вопросы, которые у вас появились после урока, потому что сначала все понятно. А потом ничего не понятно. Да, вот именно, сначала все понятно, думаешь, о, да что это такое? Очень элементарно. Когда Белла говорит, ну что, есть вопросы? Точно нет вопросов? Нет вопросов, нет вопросов. Все понятно. Да. Или потом все понятно, реально понятно. А потом домашнее задание. И вот это опять следующий этап, когда вы что-то непонятно. Это на самом деле супер поддержка, где вы можете задать дополнительные вопросы, сделать домашнее задание на хорошем качественном уровне. И, в общем, ну, получить всякие разные. Мне было реально помощь. И, между прочим, это две ученицы. Одна состоявшаяся, одна в пути. В процессе. В процессе. Да, это разговор случился чисто случайно. Она говорит, чат-день это вообще супер тема. А я-то вообще прекрасно понимаю, что это за супер... То есть обратная связь, да, обратная связь, это очень важно. У меня обратная связь не была, она была только на вебинаре, но не была отдельно. Отдельно, частично, да. Через три месяца. Да. И я потом, когда, я думаю, боже, почему у нас до этого не было? Это необходимо. Не только. Приходится, когда семинар идет, например, я всегда смотрю его в записи, вебинар. И я... Окей, все понятно. Потом начинаешь делать домашнее задание, понимаешь, что ничего не понятно. Смотришь вебинар и смотришь еще раз. Все понятно, класс. Делаешь это, потом идешь в чат-день. А там вообще... Завал полный. Белла говорит, до свидания. Все, что сделано, переделывай, иди еще смотреть чат-день. Идешь опять, смотришь этот вебинар, опять переделаешь, ну, наконец-то. То есть, дошло, да. Хорошо, это случилось до того, как я завезла товар, до того, как я все это ошибки все эти надела сама. Конечно, чат-день. В общем, чем больше информации, чем больше вопросов проработано, тем лучше, и товар выйдет на более качественном уровне. Без ошибок. Да. Конечно, ошибок может быть, конечно. Лёх, ты согласен? Конечно. Хорошо, всем пока. Чем меньше, тем лучше.